Психология бедности и психология богатства. Психология бедности – это психология выживания, направленная на то, чтобы выжить, а не получать удовольствие от жизни. Человек в психологии бедности не чувствует себя достойным быть богатым и счастливым. Презрительное, небрежное отношение к деньгам, зависть и агрессия к богатым людям. Высокомерное отношение к тем, кто зарабатывает меньше, не способствует улучшению материального состояния, а наоборот. Деньги у человека с подобными убеждениями появляются крайне неохотно и часто не в тех количествах, в которых бы ему хотелось. Более того, человек с преобладающими установками психологии бедности даже представить себе не может, как жить. Имея в кармане и на банковском счете много денег, он избегает ситуаций, которые способны привести к большому доходу. Он просто не знает, что делать с такими суммами и на что можно их потратить. Поэтому подсознательно выбирает малооплачиваемую работу, но со стабильным доходом. Бедный человек боится рисковать, он предпочитает постоянно, редко меняет работу, боится и избегает ответственности, не принимает участия в новых проектах, даже сулящих превосходные результаты. Если же он решает сменить работу, то и ищет точно такую же должность с таким же кругом обязанностей и ответственности, с такой же зарплатой, не представляя, что он может стоить дороже и что ему могут платить больше. Когда бедному человеку не хватает денег, он начинает экономить, и это тоже ни к чему хорошему не приводит. Человек же с психологической богатством считает себя достойным процветания, изобилия и успеха. Он постоянно видит новые возможности для самореализации и, как следствие повышения дохода, он с радостью и энтузиазмом принимается за новые перспективные проекты. Он несет ответственность за свою жизнь, свою работу и свои доходы. Психология богатства подразумевает уважительное отношение к деньгам, умение их разумно тратить и вкладывать. Одной из главных черт богатого человека является отсутствие страха перед деньгами, уверенность в себе и в том, что он достойный обладатель благ, которые деньги несут с собой. Когда богатому человеку перестает хватать денег, которые он получает, он начинает зарабатывать больше. Вот хороший пример к отношениям к деньгам. Молодой человек Игорь с детства доверял миру, не боялся, что кто-то его обманет или навредит. Он не забывал платить десятую благодарности, какой-то возвышенности в душе, ощущение, что мы что-то можем, что мы молодцы. А сейчас убирать нельзя, полы мыть нельзя, за собой убирать нельзя. Кого мы воспитываем? Тунеядцев, а потом хватаемся за голову и возмущаемся, что сейчас такая молодежь.